Разбор для проекта songtime.ru. Сразу перейдем к разбору. Итак, сначала разберем интро. Зажимаем указательным пальцем пятую струну на пятом ладу и вторую струну на шестом ладу. Играем их вместе и просто держим. Далее указательный зажимает ту же пятую на первом ладу и мизинец зажимает вторую струну на третьем ладу. Далее указательный на восьмой лад. Пятая струна и вторая струна на десятом ладу. Потом пятая на третьем и вторая на пятом. И так играем два раза. Далее начинается сам куплет. Первый аккорд – это аккорд ДМ, но возьмем мы его на барре. Барре у нас на пятом ладу, шестая струна не звучит, играем от пятой. Четвертая и третья струны на седьмом ладу, вторая струна на шестом ладу. Следующий аккорд – ля диез. Барре на шестом ладу, играем тут от шестой струны. Пятая с четвертой струной на восьмом ладу и третья на седьмом. Потом идет аккорд F. Мы просто после нашего аккорда ля диез передвигаем руку так, чтобы барре оказалась на первом ладу. Ля диез и потом аккорд до, до мажор. А также передвигаем нашу руку до восьмого лада, чтобы барре был на восьмом ладу. Далее, по ритмическому рисунку. Тут на каждом аккорде, по сути, просто два удара вниз, потом делается сбивка, когда мы переставляем аккорды. То есть у нас идет два удара вниз, потом сбивка вниз-вверх. Когда переставили аккорд, опять вниз-вниз, два удара, опять сбивка, следующий аккорд. Заметьте, на последнем аккорде до делается три удара. Далее, когда мы три раза сыграли вот эту последовательность, останавливаемся на аккорде до. Далее мы играем опять ля диез. Целый такт. И опять до. Далее там идет вторая частичка куплета. Мы играем все это еще раз. Далее идет припев. Итак, практически весь припев играется квинтами. Зажимаем квинту от шестой струны на первом ладу. Делаем два удара. Далее у нас идет усеченный аккорд до. Шестая у нас не звучит. Пятая на третьем ладу и четвертая на втором ладу.
Бьем по ним тоже два раза. Далее у нас идет аккорд D5, то есть квинта D. Ставится от пятой струны на пятом ладу. Делаем тут тоже два удара. Далее у нас идет квинта от третьего лада на пятой струне, квинта C5, до. Делаем тут уже 4 удара. Далее ля диез квинта от первого лада на пятой струне, делаем еще 4 удара. Потом квинта F5, самая первая квинта, которая у нас тут была, еще 4 удара. Потом ставим квинту до, та, которая на третьем ладу от пятой струны, и делаем 8 ударов. Сыграем все вместе в медленном темпе. Повторяется два раза, потом начинается снова куплет. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо, пока.